Рада вас всех приветствовать. С вами Наталья. И давайте тебя сейчас посмотрим, что я заказала по пятому каталогу. Вот такой видеообзорчик с вами. Значит, у меня идет вот такое вот питательное крем-мыло. Раскосная мягкость. Артикул 2873. 300 мл. Тоже не первый раз делилась. Мне очень нравится. Большой объем. Вот такие же есть гелики для душа. Супер. Надолго хватает. Аромат на руках долго. Поэтому мне очень нравится. Поэтому, если есть наличие, периодически я меняю, чтобы вы понимали. То есть объем достаточно большой. Далее. Вот такой у меня закончился тонизирующий скраб для тела, антицеллюлитный. Сейчас он в этом каталоге еще по хорошей цене. Артикул 28,90, 175 грамм. Вот такой вот скраб для тела. Дальше что у меня? Биогель для мытья посуды идет для жесткой воды. Натуральный травяной микс. Значит, я объем тоже 500 мл. 40 по 794. То есть в моих видеообзорах вы можете видеть постоянно. То есть я беру именно средства для мытья посуды, поэтому периодически меняю. Мне очень нравится, поэтому всем рекомендую, своим подписчикам. А вот вообще биогели, да, средства для мытья посуды у компании. Далее, что еще? И подробно тоже в моих видеообзорах постоянно есть вот такие коспрей-освежители воздуха, тоже их периодически меняю. В наличии вот этого давно, это лимитированная коллекция, идет цветочно-цитрусовый микс. Я один раз его покупала, больше его не было в наличии. Вот сейчас, когда заказала, тоже 30-30-40, объем 250 мл. Мне очень нравится. Единственный, скажем, такой момент, да, но я уже научилась. Видите, вот такой вот, когда брызгаешь, когда у меня падал, вот эти вот штучки, они отпадали, и оно не работало. Но вот поэтому поаккуратнее. Поаккуратнее у кого такие освежители, чтобы не падал, потому что он перестает, нужно переливать в другую емкость. Ну, вроде уже научилась, поэтому все нормально. Но спрей вообще отлично. Дальше. Вот такое вот гидрофильное масло. Я приобрела для лица ICO 0844, 100 мл. У меня есть подробный видеообзор. Мне очень нравится, как смывает косметику. Надолго хватает. Отличное средство. Лучше не нашла. Не понимала вообще, в принципе, гидрофильного масла. Но косметику. Смываю косметику, наношу. И потом умываюсь. Ну вот просто отличное средство. Поэтому у меня еще есть. Я приобрела про запас. Для того, чтобы у меня было наличие. Вообще просто супер средство. Дальше вот такой вот идет пятновывозитель кислородный. Тоже сейчас на акции, когда покупаешь два средства. Ну, вот у меня такой сейчас в жидком виде. Поэтому он тоже надолго хватает. Объем его идет 500 грамм, сделанный в Германии. Артикул, правда, не нахожу, поэтому если кому-то будет интересно, напишите, я поищу так немного. И к нему идет вот такая вот идет лопаточка, тоже мне хватает. И вот такой эксперимент я тоже пробовала, именно пятновыводитель кислородный. Значит, добавляла в термос для того, чтобы почистить. И вы знаете, просто супер работал, где-то минут 30. Вообще, просто отменное средство. Ну, вообще и для одежды. Это так, к слову. Дальше, вот такой вот в жидком виде заказала. Тоже кислородный пятновыводитель. Артикул 362. 470 мл. Тоже отличное средство. Дальше, вот такая вот маска для волос. Мне тоже она очень нравится. В этот раз, то есть она мне или в синем цвете, или вот в таком вот зеленом. Идет маска глубокого восстановления. Мне она подошла, 160 мл, артикул 1882. У меня волосы пушатся, и она мне увлажняет, поэтому нет никакой такой пушистости. Нет, поэтому просто супер маска. Далее, вот такой вот антистресс эссенция. Тоже у меня есть подробный видеообзор на хорошие скидки, поэтому, правда, небольшой объем, но хватает. Объем 5 мл, но хватает ее надолго, поэтому тоже отличное средство, у кого есть проблемы с сном. Заказала себе вот такую помадку. Мне тоже она очень нравится. 6 мл в артикуле 41-110 у меня. Вот она такая. Вот такого цвета. То есть мне очень нравится серия помад, поэтому я, в принципе, ему пользуюсь на постоянной основе. Они увлажняют кожу губы, хватает надолго. Далее. Ой. Далее у меня вот такие вот носочки. Я сниму подробный видеообзор, мы с вами посмотрим. Тоже в компании носки-невидимки 3 пары. Вот такие. Дальше у меня тоже есть подробный видеообзор. Это я пью концентрат пищевой прессованный ньютоник. Мне нравится. В принципе, результат работающий. Восстанавливает память. И состав хороший. Поэтому вот такой вот даже артикул 15798. И я тоже делилась
тоже есть подробный видеообзор, омега-3,6,9, я ее пью по одной штучке на регулярной основе. Вот такой вот у меня был заказ, поэтому, кому интересно более подробно о каком-то продукте, я могу снять. И всего вам хорошего.